Спасти жизнь и кошелек можно и самому, если проявить смелость и сообразительность. Это удалось двум одесситам, которые сумели противостоять вооруженному преступнику и вместе с милицией задержали его. Разбой произошел на троллейбусной остановке «Вторая застава». Два товарища после работы собирались ехать домой. К ним подошел молодой человек и, приставив нож к горлу одного, потребовал отдать деньги и мобильные телефоны. На что я ему сказал, я соглашаюсь, только если это будет все в людном месте. Мы зашли в неподалеку в магазин. Там я ему отказал. Он сказал, я иду к твоему товарищу, буду требовать с него. Когда разбойник вышел, Виталий вызвал милицию. Беркут приехал через несколько минут. Я увидел просто, что это вот, что уже на меня бегут пару человек высокого роста, то есть, естественно, в пятнистой форме. Потеряв всю свою смелость, нападавший безуспешно попытался сбежать. По дороге он выбросил нож. Главное доказательство разбойного нападения. Он пояснил, что нож он выбросил за школой. Нами на место была вызвана следственная оперативная группа, где в присутствии понятых был изъят нож. Неудачливый разбойник ранее неоднократно судим. Сейчас его взяли под стражу. Рецидивисту светит от 3 до 7 лет лишения свободы.